Довольно простой способ заработать 365 тысяч рублей. Да-да-да. Материнский капитал сейчас индексируется, и это не те 300 тысяч, которые обещал Владимир Владимирович. Куда их деть, правда, ну непонятно. Хотя, в принципе, на небольшой домик в деревне-то хватит. Вот, или половину ремонта в большой квартире. Как это сделать? Просто пойти в детдом, взять второго, либо третьего ребенка, либо четвертого, если у вас те три уже выросли и не попадали под эту программу. Только какого ребенка вы будете брать? Больного? Страдающего, ну не дай бог, детским церебральным параличом? Носителя СПИДа? Нет, конечно. Вы все узнаете. Всю подноготную. К чему это я на фоне зоосалона Шуша? Да к тому, что кошки, что шиншиллы, что собаки, это такие же дети. Вы также будете плакать, рыдать. И слезы у вас будут течь градом, если, не дай бог, что-то с ними случится. Уж поверьте мне. И также за них вы готовы будете порвать. То есть это полноценный член семьи. И вам точно надо знать, какие у него родители. Поэтому бегать за дешевкой, это прежде всего купить себе кучу проблем. Да, честно, задешево последний выводок продал. Следующий будет дорого стоить. Потому что показывать котов по телевизору, это, извините, денег стоит, и немалых. Если только ты не владелец, собственно, телевизионной передачи. Мы пришли в зоосалон Шуша для чего? Для того, чтобы показать вам крупнейший в Магнитогорске питомник шиншилл. И теперь вам надо понимать, шиншилл покупать надо только здесь. И сейчас вы видите, в каких условиях здесь живут порядка 80 животных, между прочим, занесенных в Красную книгу. Из-за самого ценного, самого плотного меха. Вообще, вам все станет понятно именно из внешнего вида. Если животное здоровое, то и шкурка у него на все 100. Беда в том, что жажда этого мусора денег ставит перед человеком желание продать любой ценой. Поэтому никогда не ведитесь на дешевку. Проблем потом будет выше крыши. Дешевое животное, как правило, недоразвитое, голодное и психически неуравновешенное, мало того, больное. Эти шиншиллы живут в шиншилловом раю. В идеальных условиях прохлады и отсутствия стрессов. Контраст, да, хороший? Замечательная шиншилла от зоосалона Шуша и красная кофта. Вообще, если честно, шиншиллы здесь пользуются бешеной популярностью. Потому что это профессиональные животные. На них дают гарантию. Да, если что-то случится, ну это, в общем, как у меня. То есть у меня есть телефоны всех моих котов. Вот теперь, когда вы увидите в следующий раз британских котов, понимаете, что придется платить деньги, вот. А за шиншиллами приходить только в зоосалон Шуша. Сюда, на Карла Маркса, 97.